Фокусы с картами обучения от моряка снова с вами в прямом эфире. Привет, друзья! Вот мы и вернулись и решили отснять очередные видео-выпуски. Этот выпуск будет посвящен одному классному фокусу для начинающих. Вот. Он очень крутой и очень легкий. Я думаю, каждому из вас он понравится. Давайте посмотрим. Итак, дорогой друг, этот фокус называется «Останови меня». И для этого фокуса я выбрал из колоды 4 карты произвольно. То есть у меня 4 карты выложены. И обычная, самая, что ни на есть, обычная колода у меня остается в руках. Теперь твоя задача. Я буду пролистывать колоду вот так вот. А ты в любой момент меня останови. Просто скажи «стоп». Итак, поехали. «Стоп». К примеру, зритель сказал «стоп» здесь. Я переворачиваю карты. И начинаю пролистывать вот так вот по одной. До того момента, пока первая карта рубашкой вверх мне не попадется. То есть та карта, на которой ты меня остановил. То есть ты остановил меня на этой карте, да. Я беру и откладываю ее пока лишь сюда. Что, продолжим? Стоп. Окей. Опять я начинаю пролистывать. До первой карты, которая рубашечкой вверх мне и попадается. Окей. Теперь ты понял, да, как действовать? И я опять начинаю пролистывать. И стоп, опять ты мне говоришь. Опять я переверну колоду. И опять начну пролистывать, пока та карта не попадется мне рубашечкой вверх. Ну вот она. Ну и теперь давай закончим этот маневр. Опять я начинаю пролистывать. Стоп, к примеру, ты сказал здесь. Опять я начинаю пролистывать эти карты. До того момента, пока первая карта не попадется мне рубахой вверх. И вот она попадается. И что ж, друзья. То есть все происходило на ваших глазах. Карты произвольные были. И вы также в любом месте меня остановили. Ну что ж, давайте для начала посмотрим, какие карты я вытащил из колоды произвольно. То есть это была красная дама. Это был Джокер, это была красная девятка, это была черная четверка пик. А теперь давай посмотрим, на каких картах ты меня остановил. Лично ты, и я не вмешивался. Ну что ж, ты остановил меня на красной даме, ты остановил меня на Джокере, ты остановил меня на красной девятке, ты остановил меня на черной четверке. Вот такой вот интересный фокус, друзья мои. Давайте теперь посмотрим, как его делать. Ну что ж, друзья, давайте теперь поглядим, как выполняется этот фокус. А этот фокус выполняется очень просто, но нужна небольшая подготовка. Для этого фокуса нам надо вытащить из колоды пары карт. Вот эти вот красные, черные и так далее, да? То есть давайте возьмем вот так вот сейчас. Найдем. Ну, к примеру, возьмем, давайте, две черные шестерки. Ну, к примеру, два черных туза давайте возьмем. Ну, к примеру, две тройки давайте красные возьмем. Да. Ну и какие еще? Ну, давайте, я не знаю, семерки красные возьмем еще. Вот они. Итак. Мы подготовили наши карты. Теперь внимание сюда. Я покажу, в какой последовательности их раскладывать. То есть берем две карты. Далее берем опять же две карты. Опять же две карты делим, да? И опять же две карты делим вот так вот. То есть получается у нас первая, вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Я раскладываю от младшей к старшей. Мне лично так удобно. Вы смотрите сами. Итак, что теперь надо сделать? Вот эти карты, это будут те карты, которые будут лежать изначально на столе. И что надо сделать? Мы берем, вот смотрите, раз, два, три, четыре, да? Карту номер четыре. Мы подсовываем вот сюда, под карту номер один. А карту номер три мы подсовываем вот сюда вот. Карту номер 2.
То есть у нас получается 4, 1, 3, 2. Вроде не ошибся. В общем, поняли, да? Еще раз. Вот они лежат 1, 2, 3, 4. Четвертую карту под первую. Третью карту под вторую. Все. Эти карты у нас готовы. Далее. Что мы делаем с этими картами? С этими картами, смотрите, мы берем, значит, опять раз, два, три, четыре. Третью и четвертую мы меняем местами, вот так вот. Далее берем из колоды еще две карты произвольно. Переворачиваем вот так их лицом к друг дружке. И кладем на эти карты. Вот эти две карты, первая и вторая, тоже переворачиваются и кладутся на эти. То есть получается у нас идет раз, два, потом идут две вот эти, которые лицом друг к другу. И вот эти вот карты, третья и четвертая. Вот эти карты мы кладем поверх колоды. Итак, эти карты мы раскладываем на стол. Раз, два, три, четыре. Разложили, да? Так вот. Поаккуратнее, чтобы у нас они были. Все, фокус можно начинать. То есть говорим, что у нас есть карты туда-сюда, да, можем разложить колоду, но только до конца вот это вот не раздвигайте, чтобы не спалить вот это дело. Видите, у нас карты перевернуты здесь. Сможете вот так вот разложить, сказать, что колода самая обычная, и все, и собрать. Далее что начинаем? Начинаем пролистывать. Зритель нас в любой момент остановил, да? Мы переворачиваем и начинаем листать. Но листаем не до того места, где вот он действительно нас остановил, а до того места, где вот эти карты лицом вверх лежат. Вот эти вот первые наши, да, которые пошли. Итак, значит, вот он нас остановил, типа, мы перевернули. Начинаем пролистывать. То есть пролистывайте аккуратненько, чтобы вот этого, чтобы не было. Чтобы не спалить раньше времени карты нужны. То есть доходим до первой карты. Вот она у нас. Мы кладем ее сюда. Эти карты переворачиваем и под низ убираем. Далее пролистываем опять. Стоп, к примеру, нам сказали, опять мы перевернули. Опять начинаем вот так вот пролистывать до первой карты. Вот она. Опять бросаем ее. Эти карты опять переворачиваем и под низ. Опять мы начинаем пролистывать, опять нам говорят стоп, к примеру, здесь. Мы опять перевернули, опять начинаем пролистывать. Только вот осторожней, да, чтобы вот это вот не вылезло у вас. Доходим до первой карты, да, опять. Положили. Убираем. Под низ. И опять начинаем пролистывать. Стоп, к примеру, нам здесь сказали. Вот тоже особо вот это вот, старайтесь не допускать вот этих вот выпуклостей, чтобы не спалиться. То есть опять смотрите, стоп. Перевернули. Опять начинаем пролистывать. Оп, и первая карта попавшаяся. Но первая карта у нас еще одна лежит здесь. Потом вот эта, которая наши левые, которые мы две перевернули. И потом уже идут нормальные карты. Итак, это дело мы можем вот так вот сверху накрыть и убрать. Далее скажем, какие карты у нас были, да? Произвольный туз, тройка, семерка, шестерка. На каких картах остановил нас зритель? Туз, тройка, семерка, шестерка. Вот такой вот, друзья, простой, но классный фокус, согласитесь. Понравился он вам или не понравился, решать вам. Но в любом случае, комментируйте это видео, пишите свои мнения, плохие они или хорошие, я буду рад прочитать любые. Итак, это был Куликов Сергей и обучение фокусам от моряка. Счастливо!